Ты провел опрос, результаты которого показали, что большинство гостей, пришедших на ваш, Александра Николаевна, юбилей, считают песню «Старый клен» народной. Но я думаю, вы, как человек мудрый, не расстраивайтесь, потому что это и есть самое большое искреннее признание в любви. Кстати, о признаниях. У нас есть желающие, да еще какие. Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня». Потрясающее совершенно настроение у всей страны, я в этом убеждена. Потому что сегодня торжествует Александра Николаевна Пахмутова. Вы целая эпоха. Вы воспитали огромное количество людей на духовности, фантастической мелодии. Спасибо вам огромное. Благодарность от всего народа.